Всем привет из Алании, 29 января, 16:50, время, мы в Канаклы находимся, среда, по средам здесь рынок сегодня. Не забудьте посмотреть также прогулочку мою по Канаклы, она будет в нескольких частях, наверное. И сейчас мы пойдем смотреть цены на овощи, фрукты. Напоминаю, что в Канаклы всегда все дешевле, я вот уже вижу по яблокам. Тут яблоки вот по 2 лиры в Алании, такой цены просто нет. На рынке яблоки от 3 до 5, в магазинах они по 5, по 6. Здесь вот яблоки можно довольно неплохие, по 2 лиры даже купить. Дальше по 3 пошли, бананы 7. Помидоры здесь самые дешевые. Связано это с тем, что здесь меньше всего как бы живущих иностранцев. По 6 лир капи. Ну не 8, конечно, но тоже нельзя сказать, что совсем дешево. Кабачки 4. Допустим, махмутлари 100% цены всегда выше за счет того, что очень много живет там немцев, русских. 2,50 помидоры. Думаю, в Алании тоже такая цена сейчас, поискать надо, и нету, наверное. А здесь в основном живет местное население зимой, поэтому цены здесь сильно они не загибают. Цены более-менее по 3 лиры слева помидоры, по 2, такие слегка подпорчены. Грейпфрутики по лире, апельсины. Попробую на днях красный апельсин, друзья. Ну, могу сказать, что это не сицилийский апельсин, это обычный апельсин, просто внутри он красный. Вернее, если честно сказать, половина была там красного, а половина желтого. Обычно штука 2 лиры, капуста, корень сельдерея есть, здесь базилик есть. Вот. Много всякой зелени. Валерий что-то полировал, так поливает поливалкой, так прикольно вовремя я попал. Все у них по лире получается. Раз все по лире, значит надо что-то взять. Майдонос. Лира, беру две рукава. Дай видео, смотри, что же. Кедра. Все красивое, зеленое. Бимилья. Бештра. Hadi oğlum, hadi çocuğum, hadi abi. Yeşiller 1 milyon. Bir de. Yeşiller 1 milyon. İki lira. Aa, bu tetat. Ne kadar? Yeşiller 1 milyon. 3 lira. Okey. Haydi bil. Lokatele maydanoz 1 lira. Teşekkür ederim. Haydi yeşillik 1 liraya, 1 liraya, 1 liraya, 1 liraya. По лире, короче. Вот так вот редиска продается здесь, смотрите. Если у нас она в мешках, ее продают на вес, на кило, то здесь вот я даже не знаю, то ли потому, что ее мало, то ли они ее просто не едят. Короче, вот только маленькими пучочками, вот на 5 лир. Айсберг и 2 пучка рукколы по лире. Напишите мне, сколько сейчас в Украине там или в России стоит пучок или коробочка 70-граммовая с рукколой. Это мне интересно. Знаю, что дорого, но точно не знаю. Цена штука 3 лиры. Капуста, помидоры, вот эти красивые 8. Дорого, конечно. Баклажан 7. Что-то на баклажан цена подпрыгнула. Не знаю, почему такая цена на баклажан. Высокая очень. Огурцы 6 тоже. Огурцы по 4 баклажана. Вот по 3 огурцы. Вот видите, насколько разные цены. То есть они 2 раза могут отличаться. Яблоки 2,50. Сливы вот есть 8 лир. Петрушка. Тоже надо взять, раз уже зелень набираю. Еще у меня была разная зелень. Все, добавил в свою коллекцию еще пучок петрушки за лиру. Идем дальше. Помидоры 2,50. Уже кабачки 6. Я купил, люди, дыню на рынке. Не помню почем, я, может, даже показывал, как я купил. Уже прошло, как бы недели не 3 прошло даже, вы знаете. И она, ну, она недорогая была, я не помню почем. Желтая дыня такая обычная, как бы нашего типа. И она твердая была. И она у меня лежит, вот уже 3 недели прошло. Я почему-то ее положил, я все жду, когда она станет как бы мягкая.
мужа я гоню, конечно, не знаю. В моем понятии, как бы дыня должна лежать и становиться мог первая клубника сегодня. 10 лет. 10 лет клубника. Красивая. Там 15, он есть что-то еще. Здесь 15. Короче, 10 и 15 клубника. И у меня эта дыня, в общем, пролежала уже практически 3 недели, и с ней ничего не происходит. Она твердая как была, так и есть, короче. Вот тут сегодня девчонки даже с парфюмерией. Не знаю, я все никак не рискну разрезать, потому что, ну, пробую, она реально дубовая. Ну, как бы, черт его знает, что там внутри будет. Но я не думаю, что 3 недели все, кто ее покупает, все ждут, пока она это 3 недели будет лежать и станет мягкой. Тем более, она не становится просто мягкой. 2,50 клементинки, мандаринки, апельсин, лира, айва, 3 лиры. Раба, что он говорит, ничего не пойму. Ну, что-то говорит, переведите, кто шарит. Ну, в этот ряд длинный не пойду до конца. Зелень тут у всех по лире, кстати. Если там Махмуд Лари ее по лире 50 и по 2 даже многие продают, то здесь реально оно все дешевое. Огурцы 6. Вот огурцы что-то 6 меня пугает. А помидоры тут реально дешевые. По 3 лиры вот в Алании не купишь сейчас помидоры. Даже не важно какие. Бананы, вот видите, уже темненькие они, все равно цена 4. И меньше она уже не будет, они их просто выкинут. Короче, клубника 10 и 15. Напоминаю, что хурма заканчивается уже, как бы, сезон ее хранения, поэтому хурмы скоро не будет. Кто любит хурму, покупайте сейчас, ешьте, кто здесь. Но помните о том, что ее много есть нельзя, и нельзя есть ни в коем случае на пустой желудок. Идем дальше. Видите, тут лужайки стоят со вчера еще. Еще раз вам клубнику, все ее любят. Господи, кабачок, баклажан, тыква. По 5 лир кило очищенную продают. Здесь цены не вижу, но я думаю, скорее всего, такая же цена. 7,50 бананы. 4 помидоры. У многих 6 огурцы. Я не знаю, с чем связано такое подорожание огурцов. Хотя вот 3,50 есть огурцы. Вот 4 лиры баклажан. Помидор 3,50. Два видео я не буду делать. Второе, может быть, немножко пробегусь по вещевому рынку, если он еще не складывается там. По 7 лир, по 5 лир баклажан, лимон 4,5. 3 кило 5 лир, вообще халява, таких цен нет в магазине, они стоят. Вообще так, это наши или не наши? Наши вроде. Раба! Здесь я тебя еще не видел. Получается, он и в Конаклы по средам стоит. Ваша ждал? Распродажа. Распродажа. Все. Все в подарок. Все в подарок. Магазин хороший. Все в подарок. Люди, приходим в следующую среду, и все будет. Ой, какие красивые сыры у него. Смотрите, вообще красота просто. Фантастика. Вот это обязательно попробуйте. Вот этот с шариками обожаю тоже. Очень вкусный. А как переводится верхнее слово? Кози, кози, наверное, да? Да, кози, ой, я вот там. Кози, сыр. А он по цвету отличается. Вот это корова, да? А это кози. А, кози, вот это и тот кози. Понял, жирность, видимо, разная. Соленые вот такие вот штуки есть, типа нашего творога, только соленые. И сыр с плесенью у них есть, вот и косички, и все-все-все, и суджуки, и халва даже. Оливки тоже, да? И оливки. Оливки от 15 лир кило получается. 15, 20, и вот эти, по-моему, по 30, самые мои любимые. Самые прикольные. А, 10 даже, да, с 10 начиная получается кило, 10 лир вот такие вот стоят. Яйца домашние. Что, приходите, получается, он стоит, ну, уже где-то в конце перед вещевым почти, но не совсем вещевой еще. Легко найдете, я вам показывал их в Тосмаре всегда. Они еще и здесь. Все, удачи, давай, увидимся. Идем дальше, капуста 50.
штука цветная, то есть не цветная, а синяя, как она называется правильно. По 2 лиры, по лире маленькая. Авокадо 5 лир, 4 лиры. У меня сейчас уже место закончится, мы уже 10 минут находили, в принципе. Второе видео не буду делать, в принципе, все вы увидели. Зелень везде, по лире здесь вся, можно сказать. Ну, может, базилик там только дороже. Бананы 7. Бананы все цену держат одинаково. Яблоки по 3, игрушки вот такие 4. Все, люди, я с вами прощаюсь. Это был Канаклы, среда, 29 января. Рынок овощей и фруктов Канаклы.